Небольшая настройка сидя. Сядьте удобно. Можно ягодицы вытащить. И обратите внимание сейчас на свои ощущения. Будем начинать утренние занятия. Ведущий Сергей Нежданов. Прикройте глаза. И сделайте несколько таких глубоких, приятных вдохов и выдохов. Почувствуйте опору тела. Как седалищные косточки давят на пол, позвоночник, и за макушку голову мягенько подтяните вверх. Мягенькое вытягивание. То есть легкий вверх у нас, тяжелый низ. Теперь обратите внимание на все мышцы тела. Почувствуйте мышцы в теле. Вот запускайте туда внимание, в мышцы. Еще, еще. То есть внимание соскакивает, возвращайте. Вот в ощущение всех мышц в теле. Значит, у нас остается тяжелые фундамент, низ, позвоночник. Легкая голова, стремящаяся вверх. И вот на этом каркасе мы все мышцы расслабляем, они как бы начинают стекать вниз. Расслабляем мышцы. Хорошо, сделайте глубокий вдох, открывайте глаза. И выдох. Теперь почувствуйте границы тела. Хорошо. Всем добрым утром. Начинаем занятия. Встаем. Ноги ширина таза. И сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха сейчас. Чувствуя теперь, как изменилась позиция, дышим и слушаем, как изменилась у нас сейчас позиция. Опора теперь у нас стопы, вес тела через стопы теперь уходит вниз. От копчика сделайте такую, представьте такую небольшую гирьку на крестце, на копчике. Как будто бы копчик чуть-чуть оттягивается туда вниз. А по позвоночнику запускайте движение вверх, туда в макушку, и через макушку, туда в бесконечность. Угу. Плечи у нас висят, руки висят, расслаблено все. Угу. И теперь обращаем внимание на дыхание. Сразу же включаем, давайте, можно положить одну руку на пупок, вторую под ключицы. Включаем полное дыхание, полное йоговское дыхание. Начинаем с живота, вдох, продолжаем ребрышки, раскрываем. И заканчиваем вдох ключицами. Выдох, ключицы, ребра, живот. Несколько дыханий. Мягенько начинаем растягивать, включать все мышцы, которые у нас участвуют в дыхании. Живот, ребра, ключицы, вдох. Ключицы, ребра, живот, выдох. Дышим, наблюдаем за ощущениями. Если чувствуете, что грудная клетка не пускает, еще больше запускаем туда расслабление. Если чувствуете диафрагма, живот не двигается, запускаем туда сейчас работу внимания. Пробуем активировать дыхание.
теперь для активации вот отдельно диафрагмальной, вот, диафрагмы нашей, грудобрюшной вот этой диафрагмы, делаем вдох животом, и задерживаем дыхание, круглый живот. И теперь вот этот шарик переводим на задержки. То есть шарик на задержке переводим вверх, вниз. И так несколько раз, потом выдох, еще раз вдох. То есть покатайте вот этот шарик с воздухом, круглый живот поднимаем и раскрываем грудную клетку. Все на вдохе. Потом опускаем это в живот. Хорошо. Несколько раз сделали. Теперь ручки через стороны. Поднимаем вверх. Делаем вдох. И как будто бы захватываем все пространство наверху. И выдохом натягиваем его через макушку на все тело. Выдох. Вдох. Захватили и опустили через макушку, прогнали по всему телу, распределили по всему телу. Еще раз вдох. Посмотрели туда, захватили и опустили через макушку, распределили по телу. Хорошо, теперь снизу то же самое, снизу захватили, подтянули, сделали вдох до середины грудной клетки, накрыли, выдох, распределяем по всему телу. Хорошо, вдох, выдох. Дышим глубоко, вдох, захватили, подняли, накрыли и распределяем, размазываем по всей структуре. И ручки в центре. Хорошо. Теперь на вдохе раскрываем локти, активнее двигаем уже действием позвоночника. Вдох, локти в живот, выдох. Небольшая разминка. Вдох. Выдох. Пробуждаем позвоночный столб. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки в стороны. Правую ручку раскрываем мизинцем вверх, левую закрываем. То есть ротацию создаем по всей длине руки и плечу. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ротация в разные стороны. Вдох. Выдох. Теперь оба мизинца раскрываем, вдох, плечи, проворачиваем, выдох, в обратную сторону, вдох, выдох, вдох, и опустили руки, выдох, голова вверх, вдох, выдох, произвольно дышим, вверх-вниз. Вдох, выдох. Право, влево. Одну, двух, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Поменяли направление вдоха, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Поворачиваем вправо и влево. Угу. Посерединке. Теперь правое ухо вверх. Сделали вдох, пальчиками потянули в пол. Посерединке выдох. Левое ухо вверх, вдох. Посередине выдох. Правое вверх, вдох. Выдох. Левое вверх, вдох.
давление. Хорошо. Опустили голову. Три круга. Мягко, медленно двигаем головой. По максимальной амплитуде, наблюдая за ощущениями, возникающими в мышцах. Угу. И вдох. Руки. Опускаем голову. Выдох. Другую сторону поменяли. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки на пояс. Покрутили таз. Разогреваем тазобедренные суставы. Живот, поясницу. Все вот эти ощущения от движения вот в моменте воспринимаем. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Таз справа. Правая рука вверх. И над головой. Левую вниз. Натянули правый бок. И дышим правым легким. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили. В другую сторону. Вдох. Левый таз влево. Вот левая ручка над головой. Хорошо. Опустили. Ноги вместе. На носочки встали. Вдох. Опустились на пятки, подняли носочки, выдох. Вдох. Покатались на стопах. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внешние стопы. Внутренние. То есть на внешние перешли. На внутренние. Внешние. Внутренние. Хорошо. Давайте еще. Ручки перед собой, пальчиками. Сжали, разжали, сжали, разжали, сжали, разжали. Быстро, полностью, полностью разжимаем и сжимаем. Вверх руки. Сжали, разжали, сжали, разжали. Угу. В стороны. Полное сжатие, разжатие. Угу. Вниз. Сжали, разжали, сжали, разжали. Хорошо. И стряхнули. Потрясли кистями, локтями, плечами. И давайте ножки на ширину таза. И все стряхнули. Все тело потрясли. До ощущения движения мышц, лица по лицевым костям. Хорошо, остановились. Почувствуйте тело. И теперь импульсом из таза выбрасываем руки. Делаем такую мельницу. Заглядываем за спину. Импульс из таза. Копчик вниз, макушка вверх. То есть не теряем вытяжение позвоночника. Хорошо. Остановились. Ноги вместе. И сделали три глубоких вдоха и выдоха. Помним живот, ребра, ключицы. Хорошо. Очередной вдох. Руки над головой. Перекрещиваем пальчики. Перекрестили, вывернули замок и толкнули замочек вверх. Толкнули, выталкиваем ручки вверх. Угу. Копчик вниз, ладошки вверх, макушка вверх. И теперь прямые руки отодвигаем назад, а подбородок вперед. Голову подбородком вперед. Угу. А копчик вниз. Лопатки соединяем.
На носочки встаем. Дышим здесь. Вдох. Копчик вниз. Ягодицы сильные. Выдох. Руки прямые. Вдох. Выдох. Вдох. Опустили. Выдох. Руки опустили. Наслабили. Все. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще раз. Вдох. Теперь перекрестили так, как неудобно. Обратный захват сделали. Вытолкнули ладошки вверх. Копчик вниз. Прямые руки назад. Голова подбородком вперед. На носочки встали. Дышим. Вдох. Подбородком потянулись. Выдох. Вдох. На носочках стоим. Копчик вниз. Ягодицы сильные. Выдох. Почувствуйте заднюю стенку спины. Опускаемся. Выдох. Хорошо. Теперь ставим. Давайте так. Если пальцы не касаются пола, тогда поджимаем, подсгибаем колени и укладываем живот на бедра. Пальчиками тянемся как можно дальше. Как можно дальше. У кого ноги выпрямляются, значит с прямыми ногами вытянулись. То есть вытянутый наклон чуть-чуть вперед. Вот, чтобы расстояние было от пальцев рук и ног. И макушкой вытягиваемся между пальцев рук. Дышим. Вдох. Выдох. Чувствуем касание, вдох, бедер и ребрышек, выдох, живот тоже касается, вдох. И подтягиваем периодически переднюю стенку, вот ребрышки подтягиваем периодически в сторону коленей. Дышим, продолжаем. В своем режиме еще несколько дыханий. Хорошо. Теперь пальцы ставим под плечи. И на вдохе пробуем сделать такой... Можно ноги присгибать. Мягкий прогиб. Посмотрели вперед. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднялись. Вдох. Прогиб. Таз проворачиваем. Еще больше. Выдох. И вдох. Посмотрели вперед. И теперь локтевой захват. Повисли. Выдох. Дышим. Вдох. Отпускаем тело. Пусть оно стекает вниз. За макушку. За руки, за плечи. То есть все расслабляем. У нас ноги — это основа, опора. Все, что выше поясницы, стекает вниз. Ребрышки касаются бедер. Меняем захват на противоположный. Мягенько вытягиваемся. Даем возможность голове стать тяжелой и вытянуть шейный отдел. Покачайте головой. Шея расслаблена. Ни в коем случае не задираем голову и не пробуем посмотреть вперед. Смотрим назад, между ног. Хорошо. Руки на колени. Руки на колени. Приподнимаемся, отталкиваясь от коленей. И делаем, ну, по возможности 90 градусов угол. То есть позвоночник параллельно полу. Если нужно, присгибаем ноги здесь. И теперь... Берем кулачки и ставим на поясницу. Пусть это будет не 90 градусов, чуть повыше. Попробуйте в поясницу упереться кулаками, а локтями вверх. То есть лопатки друг к другу идут. Таз проворачивается вот седалищными буграми вверх. Заворачиваем таз.
И пробуем утопить позвоночник в мышцах, чтобы не было, вот если руками потрогать, чтобы были такие две продольные мышцы, а позвонки были утоплены. То есть для этого можно чуть перевстать, то есть если не получается 90 градусов. Хорошо, и еще одно дыхание. Молодцы, опустили руки на колени. Согнули ноги, живот на бедра. Ручки вперед. Смотрим вниз. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим вниз. Макушкой тянемся туда же, куда пальчики. Вдох. И руками вверх попробуйте толкнуть. Выдох. Молодцы. Ладошки ставим перед собой. Отшагиваем назад. Планку. Давайте в планке 5 дыханий. Сегодня у нас запрос был на силовые упражнения. Значит, если кто стоит в планке, если кто чувствует, что нужно выйти раньше, опустили колени, таз на пятки, отдыхаем. Отдохнули, присоединились дальше. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Согнули локти. То есть можно колени поставить в пол. Чатуранга. Делали 3 дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустились. Голову в сторону. Руки вдоль туловища. Отдыхаем. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Голова в другую сторону. Три дыхания в другую сторону. Хорошо. Руки под лоб. Положили лоб на ладошки. И еще несколько дыханий. Расслабляемся. Восстанавливаем дыхание. Угу. Хорошо, следующий блок у нас будет лежа для спины. Ладошки ставим под плечи. Локтями потянулись вперед, ребрышки приподняли, потянули живот, стенку живота натянули. Делали вдох, почувствуйте стенку живота. Опустили ребрышки, выдох. Теперь ягодицы поджали, толкнули таз в пол, ягодичную, лобковую косточку в пол толкнули, ягодицы поджаты. Вот. И опираясь на ребрышки, верхнюю часть туловища приподнимаем, локти назад. Дышим, вдох, выдох. 4 дыхания дышим. Вдох, выдох. Ноги на полу остаются, можно их соединить пальчиками большими. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Ручки вперед вытянули. Ноги приподняли. 4 дыхания.
Вдох. Выдох. Толкаем на вдохе животом пол. Вдох. Выдох. Вдох. Вытянулись за пальчики, потянули себя. И носочки вытянули на ногах. Хорошо. Опустили голову вниз, ноги вниз. Лоб на ладони. Три дыхания. Три дыхания на расслабление. Сгибаем ноги и захватываем или изнутри, вот за подъемы, или снаружи. Носочки на себя. Угу. Плечи расслабляем, а голову опускаем вниз. Колени вверх. Колени вверх. И ножками потянули тело назад, то есть толкнули ноги назад. А колени вверх. Дышим, толкаем животом пол. Дышим животом. Вдох. Выдох. Теперь голова на вдохе. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Подбородок вверх, потянули, вдох. Посмотрели вверх. Подбородок на грудную клетку, выдох. И вдох. Выдох. Отпустили. Руки под плечи. Приподнимаемся на колени. И садимся, ложимся на бедра. Садимся, укладываем таз на пятки. Поза для расслабления. Расслабляемся. Наблюдаем за ощущениями. После статичного напряжения сейчас нам нужно все отпустить, чтобы система перезагрузилась, чтобы можно было дальше идти, наполняя ее, то есть не истощая. Давайте сейчас надо хорошо расслабиться. Хорошо. Следующий блок будет в позе делаться, то есть исходное положение 8 точек на полу, вот такая. Давайте сбоком. 8 точек на полу. То есть подбородок, ладошки, грудная клетка, колени и носки. Вот. И мы будем поочередно поднимать ногу и выпрямлять вторую ногу. Делаем ровно только то, что получается. То, что не получается, пропускаем. Исходное положение. 8 точек на полу. Делали вдох. Копчиком потянули чуть-чуть назад. Выдох. Вытянули поясницу. Левую ногу вверх подняли, вдох. Пальчиком потянулись вверх, выдох. Вдох. Выдох. Теперь попробуйте выпрямить заднюю ногу. Вдох, правую. И чуть приподняться. Можно подбородок оставлять на полу, выдох. Вдох. И ножку выше. Выдох. Исходное положение. Вдох, выдох. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Носочком потянулись. Вдох. Выдох.
Выпрямили левую ногу. Вдох. Выдох. Вдох. Опустили. Выдох. Легли. Голова в сторону. Сделали глубокий вдох. Глубокий выдох. Поменяйте голову на другую сторону. Хорошо, ладошки под плечи. Приподнимаемся. Позу кошки. И теперь мягенько начинаем проворачивать таз на вдохе. И смотрим вверх. Отталкиваемся руками. Вдох. Выдох, круглая спина. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И на выдохе выпрямляем ноги. Выдох. Переходим в собаку головой вниз. Ладошки на руках, пальчики на ладонях, вернее, расправляем широко. Всеми пальцами цепляемся за коврик. Пространство между указательным и большим пальцем прижимаем к полу. Голова висит, давайте подбородок грудной клетки. И потянулись седалищными буграми в потолок. Покачались. Попробуйте сделать позу очень удобной. Стенку живота освободите. Дышим животом. Хорошо. Левую ножку вверх. Потянули носочком. Вот за носочек ногу потянули. А макушка ниже, а нога выше, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, посмотрели вперед и вытянули, давайте согнули ножку и поставили ее между ладоней, широкий шаг. Вытянули заднюю ногу. Потянулись пяточкой назад. Руки на колени. И теперь ребрышко положили на бедро. Отпустили руки. Вытянулись вперед. То есть не задираем голову. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь приподнимаемся вверх. Вдох. Таз ниже. Выдох. Вдох. Посмотрели на пальчики, соединили. Выдох. Ручки в стороны. Вдох. И ручки вниз. Выдох. Опустили колено. Колено, заднее колено в пол, переднее колено чуть-чуть в сторону. Мягенько опускаемся, вытягиваясь вперед, опускаемся в сторону пола. Наблюдайте, что происходит, какие ощущения новые появляются. Дышим, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Приподнимаемся. Выпрямляем переднюю ногу. Носочек на себя.
И уходим в наклон вдоль передней ноги. Носочек на себя. Хорошо. Сгибаем переднюю ногу. Ладошка правая на полу. Левой захватили заднюю стопу. То есть не спешим ее двигать на себя. Таз остается у нас внизу. И мягенько наблюдаем за вытяжением вот задней мышцы бедра. В задней ноге четырехглавая мышца, переднее бедро, мягенько натягиваем его, потянули, делали вдох, выдох, отпустили. Собака головой вниз, отшагнули назад, оттолкнулись руками от пола, подбородок грудной клетки. Дышим. Хорошо, выдох. Очередной вдох. Правой ногой на вверх. Подняли. Таз не разворачиваем. Носочком потянулись в потолок. Дышим, вдох. Голова вниз, нога вверх. Выдох. Вдох. Потянулись. Толкнули ногу вверх. Выдох. Хорошо, посмотрели вперед. И мягенько поставили ножку вперед. Широкий шаг. Правая нога спереди, левая сзади. Руки на колено. Ребрышко на бедро. И ручки вперед. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Заднюю ножку выпрямили. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Таз ниже. Пальчиками выше. Выдох. Посмотрели на пальчики. Вдох. Соединили их. Выдох. Ручки в стороны. Ладошки на себя натянули. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Колено в пол. Переднее колено чуть-чуть в сторону. Потянулись макушкой вперед. И головой вниз. Дышим, расслабляемся. Если голова не касается пола, можно поставить локти. Если есть дома кирпичик, и на кирпич положить голову. Или стоять в какой-то вот такой позиции. Выпрямляем переднюю ногу. Ребрышками потянулись чуть-чуть вперед. Опускаем на ребрышко на бедро. Справа. И вытягиваемся. С очередным вдохом колено сгибаем. Переднее. Левая рука на полу. Правый захватываем. Ножку сзади. Наблюдаем за вытяжением переднего бедра левой ноги. Дышим. Хорошо, отпустили. Отшагнули назад. Позу ребенка, отдыхаем.
Растягиваем дыхание, отпускаем все мышцы, чувствуем все мышцы в теле, как они расслабляются, стекают. Приподнимаемся, садимся на коленях. Делаем три глубоких дыхания. Хорошо. Колени на ширине таза. Носочки ног ставим в пол. Левая рука на левую пятку. Правой потянулись вверх и назад. Делали вдох. Таз толкнули вперед. Выдох. Хорошо. Поменяли. Левую ручку вытянули, левый бок потянули, таз вперед. Вдох. Теперь обе ручки сзади. То есть, если эта позиция невозможна, тогда таким или таким образом ставим ладошки на таз и мягенько таз, подкручивая его вниз, толкаем вперед. Вот, у кого пальцы, ну, ладошки на пятках стоят, значит, раскрываем плечи, таз толкаем вперед. И вытягиваем шею. Делаем вдох, выдох здесь. Хорошо. Поднимаемся. И пальчики ставим как можно дальше. Лоб в пол. Таз остается над коленями. Расслабились, делали вдох, выдох, вдох, выдох, приподнимаемся, садимся на таз, стопы вместе. И расстояние от таза делаем таким, чтобы у нас получился такой квадратик. Угу. Берем себя за стопы. Ребрышками потянулись вверх. И пробуем опуститься вниз. Если получается, то опускаем голову на пятки или перед пятками в пол. Если нет, тогда висим. И наблюдаем за всеми вытяжениями, которые возникли в этой позиции. Растягивая дыхание, мягко дышим. Мягко-мягко дышим. Поднимаемся, стопы возле таза, бабочка, угу. Руки сзади, и толкнули теперь колени в стороны, почувствуйте вытяжение в паховой области, найдите приятные ощущения в этих растяжениях. Правую ручку оставляем сзади, левую положили на бедро и толкнули легонечко кожу, так, чтобы у нас натянулась кожа в паховой области. Толкнули кожу.
Поменяли другую сторону. То есть зацепились за кожу и натянули ее в сторону колена туда. То есть не движение вниз, а в сторону колена. Понаблюдайте, какие новые ощущения появляются. Теперь захватили пальчики свои на ногах. И почувствуйте вес тела. Вот таз тяжелый и легкая голова. Тяжелый таз, ноги и легкая голова. И теперь солнечным сплетением попробуйте еще вверх потянуться. То есть область вот ребер, нижних ребер. Вверх. И мягко можно двинуться вперед. Это опционально. Двигая живот на стопы. Двигаем. Угу. Смотрим, где у нас появляются ограничения. Хорошо. Поднимаемся. Выпрямляем ноги. Ягодицы назад. Руки через стороны вверх. Утянулись макушкой и пальчиками вверх. Носочки на себя. Сделали вдох. И на выдохе или опускаем ладошки на пальцы ног, или ставим их где получается, вытягивая переднюю часть. То есть ребрышки нам нужно подтянуть к коленям. Если складывание вот живота и ребер и бедер, касание не происходит, подгибаем колени и укладываем живот на бедра в любом случае. То есть после этого опускаем плечи, голову. У кого ноги выпрямляются, соответственно, прямыми ногами. Или тот изгиб выбираем. То есть выбираем себе комфортное положение для поясницы. То есть не стараемся в любом случае, то есть во что бы то ни стало, сложиться. Мягкое вытяжение поверхностей задних. Безопасное. Живот на ребрышки укладываем. Растягивая дыхание, давайте еще несколько дыханий делаем. Вдох. Выдох. На вдохе ребрышки можно чуть подтянуть колени. Опуститься, выдох. Почувствуйте, что можно здесь расслабить. Как можно сделать так, чтобы поза была расслабленная. Хорошо. Приподнимаемся. Садимся. И ложимся сначала на таз, потом ложимся на спину. Ножки вверх. Руки или возле таза, сзади, или за головой. И в своем режиме, давайте вот возле таза, начинаем уходить в халасану. И дальше или руки за головой, или сзади можно сделать замок. Замок и плечами подойти еще ближе. Важно в этой позиции не навалиться на шею. Вес на плечах и верхней части спины. Головой не крутим. Thank you.
мягенько откатываемся в исходное положение, позвонок за позвонком, позвонок за позвонком. Сгибаем ноги, беремся под колени, садимся. Прямой спиной. Сейчас обратите внимание на ощущения в теле. Как изменилось, что изменилось. Как я себя сейчас чувствую. Сейчас делаем несколько дыханий со звуком выдох, со звуком. Хорошо, делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В своем режиме еще 3 раза. Еще каждый выдох, еще больше, больше расслабления и чувствуем вот эту вибрацию от звука. Хорошо. После того, как закончится эфир, можно полежать в шавасане самостоятельно. Поза трупа. Да, знаете, шавасана. В шавасане понаблюдайте за ощущениями, за дыханием, за всеми процессами, которые происходят. И дайте возможность расслабиться телу глубоко, но не засыпая. Вот. А на сегодня у меня все. Спасибо за занятие. Спасибо за участие. Ну, традиционно ставьте лайки, репосты делайте, чтобы больше людей узнало о занятиях и могло позаниматься. Пейте воду. Жуйте имбирь. И сейчас много очень в интернете всяких разных рекомендаций. Ну, одна из них – занимайтесь йогой. Собственно, что мы и делаем. Йога, пранаяма, медитация будет большим плюсом в вашу копилку. Все, спасибо. Да, и еще сделайте, сейчас. Да, еще мне важны ваши комментарии, поэтому пишите в личку, пишите здесь, как, что бы вы хотели в следующий раз потренироваться, на какую тренировку. Спасибо.